Вы можете ограничиться делом и так, и так, и так. Если у меня два желания. Как оно может быть сильнее и не сильнее, когда их сразу два? Если вы не можете разобраться с двумя желаниями, разберитесь с двумя женщинами. Где вторая? Лично я выпустил только одну женщину, которую тягнет маленькая заплячка. Потому что здесь лежит только одну женщину, которая пытается тягаться, высокопарная старая. Илья! Я не терпи! Илья! Все, прекратите! Илья, это невозможно! Все, это невозможно! Как невозможно? Вот так невозможно! Все! С философской точки зрения! Философской! Из-за буриданного слова! Буриданов, дедушка, был такой монах Буридан, жил в средневековье. Ну вы-то помните? Монах был осел, у которого одинаково там и жажда, и голод. И вот Буридан породил. Поставил на равном расстоянии ему ведро воды, ведро вса. И что? Что? Осел и сдох. Между двумя бедрами. Действительно, осел. Осел. Это человек. Мой девочка, мне тоже нуждается в доказательстве. Все! Давай, теологические учения, отводился!